Хотел рассказать про небольшой лайфхак, как исправить проблему искривления двери. Несмотря на то, что дверь на клин сделана, все равно ее со временем ведет. Она, когда дерево высыхает, под клином все равно дверь выгнулась и образовалась большая щель. Обычно люди из этого не ставят деревянные двери, а предпочитают стекло. По моей банной философии, все в бане должно быть сделано из дерева, пускай даже это будет кривовато или косо, неровно, но это будет живая, настоящая деревянная баня, и поэтому нужно максимальное количество вещей делать из дерева. Так вот, по поводу щели. Было несколько вариантов исправления этой ошибки, этой проблемы. Сначала я думал подравнивать саму дверь, потом подравнивать деревяшку, этот упор. И в итоге я пришел к одному очень простому и гениальному решению. Сейчас я его буду делать. Я сейчас выкрутил все шурупы с этой палки, которая с упора. И только оставил один верхний шуруп. Здесь у нас сверху плотно прилегает, а здесь снизу у нас щель. И сейчас мы эту щель подгоним. Вот и все. Теперь у нас она сверху прилегает плотно и снизу прилегает плотно. Теперь надо это все дело зафиксировать. Получается немножко, она будет под углом, но зато щели не будет.